Здравствуйте, уважаемые подписчики. Это мой попугайчик Аркаш. И вот учу его говорить. Хочу, чем-то он научился говорить, такой симпатичный. Аркаш, давай посмотрим, какой у нас Аркаша красивый. Да, вот какие у него щечки, лапки, хвостик. Какой он замечательный мальчик. Замечательный мальчик. Давай попытаемся с тобой слово птичка. Птичка, Аркаша, замечательная птичка. Птичка не хочет. Давай тогда кошечку нашу с тобой позовем. Ариша, иди к нам. Ариша, иди ко мне. Ариша, иди ко мне. Иди ко мне, Ариша. Давай песенку с тобой поем. Он любит песенки слушать. Очень-очень сильно любит песенки слушать. Особенно, допустим, «Ласковый май». Что мы с тобой любим петь? «Всегда и ночь», допустим, «Ласковый май». Так, что, как там она начинается у нас, песня? Начинается, я не помню, но это самое... Аркаш, ты меня слушаешь? Ты меня слушаешь, мальчик мой хороший. Замечательный. Давай. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Зная, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Я не знаю, что сказать тебе при встрече, не могу найти хотя бы пару слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, станет ночью темною без снов. Аркаш, слушай, давай. Ну-ка, давай что-нибудь скажи, Аркаш. Что-нибудь, какой мальчик красивый, симпатичный, какие у него замечательные щечки, глазки, крылышки. Ну что, ну скажи что-нибудь. Аркаша птичка, красивый мальчик, какой красивый мальчик, птичка. Аркаша, ну давай, давай Аришу позовем, нашу кошечку. Давай скажи, Ариша, идем ко мне. Аркаша, ну давай, что-нибудь скажи, мой мальчик, ну что ты такой застеснялся? Ну, что ты сегодня какой стеснительный у нас. Ну, скажи, мой мальчик, что-нибудь. Что-нибудь скажи. Скажи, с Новым годом вас, ребята, с Новым годом. Чтобы у вас все-все будет хорошо. Аркаша, с Новым годом. Давай, мое золотое, будем учиться. С Новым годом. Чтобы все-все-все будет хорошо. Мой красивый мальчик. Какой у него перышки, лапушки, какие у него хвостик, какой он сам замечательный. Умываться любит, очень чистоплотный парень, очень-очень. Очень красивый Аркаша. Подписывайтесь, уважаемые подписчики. Будем рады вас видеть, слышать. Будем учиться вместе с вами говорить и учить мою птичку. До новых встреч. Всем пока. Всех с Новым годом.